Всем привет! Еженедельный кинообзор «Рыбный четверг» от Palladium Cinema встречает тебя. Поехали! Сегодня у нас две премьеры недели. Первая – это «Все деньги мира». Принадлежать к роду Гетти несравнимо ни с чем. Мой дед был не просто самым богатым человеком в мире. Он был богатейшим человеком в истории. Да, это тот самый фильм, в котором играл Кевин Спейси и которого режиссер Ридли Скотт вырезал спустя 1 час после первого объявления о непристойном поведении актера. Беспрецедентный случай в кинематографе. Его место занял Кристофер Пламмер, который за 1 месяц смог изучить и переснять практически половину всего фильма. У вас в руках все деньги мира. Сколько вам еще нужно для спокойствия? Больше. Кстати, изначально Ридли Скотт хотел снимать именно Кристофера Пламмера, но студия Sony внесла свои коррективы. Мистер Гетти, ваш внук. Он вошел в историю как один из первых долларовых миллионеров. У него было 5 жен и 14 внуков, одного из которых такие похищают с целью выкупа. Миссис Гетти, у нас ваш сын. Это что, розыгрыш? $17 миллионов. И мы его отпустим. У меня нет таких денег. Попросите у свекра, у него в руках все деньги мира. История основана на реальных событиях. Я работаю на мистера Гетти. Я помогу вам найти сына. Я не настоящая Гетти. Это фамилия мужа. Против меня целая империя. Мы должны заплатить выкуп. Если случится непоправимое, никакие деньги уже не помогут. Нет! Что произошло дальше, увидишь в фильме. Семья. Скажи им, что я иду. Вторая премьера недели – «Излом времени». Что, если все мы здесь не случайно? Что, если мы исполнители высшего промысла? Вообразите, преодолеть 91 миллиард световых лет. Вот так. Новая захватывающая, невероятно красивая история от Disney в жанре приключенческого фэнтези. Семейное кино, которое восхитит не только детей, но и часто засыпающих родителей. Открытие, которое сделал твой отец, необыкновенно и опасно. По сюжету герой мистер Мури исчезает при загадочных обстоятельствах в ходе научного эксперимента. И спустя несколько лет его дочь получает возможность перемещаться во времени и пространстве. Он в плену у тьмы, которая распространяется по вселенной. И остановить ее можешь только ты. И, конечно же, отправляется на поиски своего бати. Не трогни. Постараюсь. «Излом времени» – это адаптация романа американской писательницы Мадлен Ленгл, за который она получила не одну литературную премию. Боже мой, а вдруг это новый Гарри Поттер? В каждом шагу тебя будут ждать испытания. Ничему не верь. Детка, пора ужинать. Заблудились? Актерский состав уже разбивает твое сердечко при просмотре трейлера. Крис Пейн, Зак Галифианакис, Риз Уизерспун и Опра Уинфри. Есть нечто быстрее света. И это тьма. Это все на сегодня. Ты смотрел «Рыбный четверг», и вся наша команда поздравляет тебя с 8 марта, но если ты женщина, и желает заниматься кино регулярно в 2018 году, ну и во все остальные.